Подавляющее большинство гостиниц Самары прошли классификацию к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Отели получили различные категории – от 5 звезд до совсем без звезд. С 1 января следующего года такая классификация будет обязательной для гостиниц, и периодически ее будет необходимо подтверждать. «Самара готова разместить гостей чемпионата», говорит руководитель департамента туризма на обсуждении в общественной палате. Какие задачи еще стоят с точки зрения гостиниц? На февраль месяц мы с представителями силовых ведомств запланировали конференцию, которая будет посвящена обеспечению безопасности при приеме туристов, при размещении в средствах размещения в Самарской области. Будут подниматься вопросы, связанные как с безопасностью, так и с требованиями от органов Роспотребнадзора, Федеральной миграционной службы. Самарскую область готовит к росту туристического потока. Развивается информационная система для гостей. Уже сейчас на железнодорожном вокзале и в Курумыче работают павильоны, где бесплатно можно получить карты Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской Луки, а также всю информацию по вопросам инфраструктуры и туристических объектов в области. Потенциал области велик, отмечают общественники, и нужно им умело воспользоваться. Мы сможем в регионе организовать то необходимое государево око, то необходимое общественное око за туристической отраслью для того, чтобы она все-таки по возможности принимала большее участие в развитии регионов и в конечном итоге в повышении уровня в валовом внутреннем продукте страны. Обсуждается и развитие туризма в перспективе после чемпионата мира. Визитная карточка Самары – круизы по Волге. Это направление будет развиваться. Также сейчас 14 регионов, среди них и Самарский, разрабатывают единый туристический маршрут – Великий Волжский путь. Федеральные туроператоры предлагают гостям из Китая красный маршрут – экскурсии по ленинским местам. Чтобы привлечь людей, необходимо поднимать уровень сервиса, отмечают общественники. И сейчас самое удобное время, когда спрос на внутренний туризм возрос на 20%. А для зарубежных гостей нужно создать такие условия, чтобы, побывав в Самаре во время чемпионата, они захотели вернуться сюда снова, познакомиться поближе. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.